Друзья, это Даша Дяо на связи. Сегодня буду обсуждать тему, как выучить японский язык за 3 месяца от нуля до там, N2 условно. Вообще, возможно ли это такое? На форумах я часто видела комментарии подобных умников, что, мол, что вы тупите, я вот типа с нуля выучил там за 3 месяца японский до высокого уровня, и типа вот вы что-то все тупите. Ну, я достаточно скептически отношусь к таким высказываниям, поскольку, возможно, у меня самой не получилось достичь таких высот за столь короткий срок. Но давайте порассуждаем, возможно ли это вообще. Я, скажем так, думаю, что да, это возможно, при условии, что... при условии, если создать такую специальную школу по обучению сверхразуму. То есть собирается специальная группа ребят, ну, там, неважно какой возраст, и их целенаправленно погружают в языковую среду, но не просто в языковую среду, их обучают по специальным технологиям. Например, как ведет Дмитрий Петров, знаете, такой полиглот есть, который вот, там у него ученики, там, через там, 16 уроков, они свободно говорят относительно на изучаемом языке с нуля. Вот, то есть это специальная технология постановки, ну, языковая такая постановка, где человек с первых дней там начинает комбинировать слова, к ним он добавляет еще какие-то слова, и вот с помощью учителя они там говорят. Также тут добавляются специальные техники запоминания слов. Ну, то есть, например, которую я продвигаю в своих видео, типа 100 слов, и ты как бы вот оперативно ты их можешь выучить. И вот они их специально вот комбинируют, и вот повышается такой типа IQ учеников. То есть это специальная какая-то закрытая школа по особой методике, которая обучает. Это, разумеется, ну, закрытая техника. Вот. Я полагаю, что это возможно. Но возможно ли это в реальном, ну, в реальном времени? Ну, я вообще не встречала таких школ, которые открыто... Ну, Дмитрий Петров — это, конечно, здорово, но вот, типа, вот кто именно открыто это все продвигает, я таких не встречала. Ну, и давайте же порассуждаем, почему техники, они долго, ну, идут в долгую дистанцию. И какого... И почему, в принципе, прогресс языковой, он, ну, короткий, ну, даже так идет, сложно достичь прогресса в языке. Дело в том, что изучение языка можно разделить на несколько стадий. Давайте две начнем. Первая — это начинающий от нуля до, ну, там, условно, первый учебник, да, и потом и дальше последующие. И как у нас идет прогресс? Сначала прогресс идет резко по прямой. То есть те, кто изучает язык с нуля, у них безумный прогресс. А чем дальше вы изучаете, то эта кривая, она идет на, ну, не на спад, а вот на очень, ну, то есть угол наклона, он у нее уменьшается постоянно. Чем больше ты знаешь, тем сложнее достигать высот. То же самое, мы знаем русский язык с рождения, но и постоянно не разговариваем. Но улучшаем ли мы русский язык со временем? Хотя мы постоянно на нем разговариваем, да. То есть наша кривая прогресс, она такая пряменькая достаточно идет. Ну, типа вот, ну, как бы да. Соответственно, те, кто изучает язык с нуля, у них 100% будет большой прогресс. Это мое мнение, конечно. Теперь о техниках интенсивного изучения языка, так чтобы наша кривая ушла как можно быстрее вверх. Это применять в своем изучении, обучении техники, которые, ну, постоянно меняют технику обучения. То есть вы учили слова по определенной методике, стали изучать по другой методике, и ваш прогресс из-за этого будет идти вверх. Постоянно нужно менять техники, сами изучения. Чем они более термоядерные, тем более неизвращенные, тем ваш прогресс будет, как незамедлительно будет вас ждать. Вот. Что еще можно сказать?
В обучении часто применяются техника перевода, ну, с русского на японский, с японского на русский, работает ли она вообще. Я считаю, что эта техника работает, но тут должно быть определенное условие. Перевод должен быть на основе того текста, который есть в учебнике. То есть там не должно быть таких, знаете, ну, каких-то вещей, которых как бы нету, которых как бы вне урока. Это первый момент. Второй момент. Перевода не должно быть очень много, потому что мозг начинает отупевать. То есть это должен быть такой как бы сконцентрированный перевод. Это не должно быть, знаете, упражнений, как Натали Бонг. То есть Натали Бонг, кто знает, это книжка на ну, которая учебник английского, который вот такой толщины, он целиком полностью состоит из переводных упражнений. Там нету никаких текстов, ну, вернее, они там есть, но они там очень маленькие, и там огромный перевод. То есть и непонятно, кто его будет проверять. Соответственно, вот этот метод на искоренять ошибки, я считаю, что это не совсем здоровая теория, потому что в переводе, разумеется, в вашем будут много ошибок, и цель искоренить полностью ошибки, это, ну, не знаю, мне кажется, что она такая максималистическая. Кажется, что у вас ошибки, вы язык не знаете, но как бы вообще забейте на этот счет. Суть перевода — это выучить грамматику из урока, выучить определенные там, ну, конструкции, там, предложения, слова. Вот такая чисто техническая задача. Вот. Что еще? Что еще сказать? По поводу того, как поставить говорение на японском языке. Как в университетах, какая у них техника? Ученики в университете, студенты в университете берут текст на японском, его выучивают до уровня «знаю наизусть», ну, реально, то есть они его, знаете, раскладывают на словосочетание, ну, берется текст, выписывается в левый столбик японское словосочетание, перевод, и вот этот текст развивает полностью на вот словосочетание с переводом, закрывают левый столбик и полностью переписывают, ну, перевод. И пока он не будет полностью, там не будет никаких ошибок, можно считать, что, ну, текст ты выучил. Также этот текст на протяжении семестра, он несколько раз повторяется, прописывается, и к завершающей контрольной работе, которая в конце семестра, ну, типа, там будут собраны, условно, 10 текстов из курса, и вы должны, как бы, вот, правильно сделать перевод. Ну, это извращенная техника. Сразу скажу, крыша с нее очень сильно едет капитально, можно сказать. Она очень сложная, физически, ну, муторная, то есть это монотонная работа на протяжении нескольких часов, в течение нескольких дней, нескольких месяцев, вот, но результат она, конечно, дает, но крыша едет капитально. И представляете, на протяжении 4 лет использовать одну и ту же технику, это, конечно, капец. Ну, я, лично я, как бы, не справлюсь с таким ужасом. Что могу... И то же самое ставится диалог, разговорный язык в университетах. То есть на основе выученного текста, текста прям наизусть учится, и вот ты типа умеешь говорить. В этой технике есть недостаток, потому что отсутствует навык комбинирования слов. То есть типа, ну, плохо говоришь, значит, ты плохо выучил текст. А как, ну, что можно в этом случае сделать? Я против того, чтобы учить что-то наизусть. Вообще, что-то пережит капец. Я против того, чтобы учить что-то наизусть. Потому что мы русский язык, извините, мы выучили не из того, что мы учили наизусть. Я не выучила в своей жизни ни одного текста. И я знаю русский язык не потому, что я много пересказывала текст. А потому что я, ну, как бы, комбинировала слова. Соответственно, разговорная речь ставится следующим образом. Вы стоите перед камерой, условно, да, или там перед стенкой, просто наговариваете на японском языке все, что вы хотите сказать. У вас будут ошибки, у вас будут забывания слов. Это абсолютно, ну, как бы, не важно. Вот вы первые, ну, вы там наговорили там первые 3 минуты, подумали, о чем, ну, какие темы можно было бы прочитать, где набрать лексику, вы набираете эту лексику, и потом в следующий раз вы наговариваете, ну, текст свой следующий,
с применением этих слов. И так далее, вот вы работаете в таком ключе. И таким образом у вас японский язык встает. Ну, поэтому это моя сейчас техника, я ее придумала, поэтому буду ее тестировать сначала на себе, а потом вам я расскажу о своих результатах, так сказать. Вот. Я надеюсь в будущем открыть типа такую школу закрытую, где я буду обещать людям поставить ваш японский язык за 3 месяца. У вас будут феноменальные результаты. Но это на самом деле, ну, наработки, наработки, еще раз наработки. Я вам желаю от всего сердца, так сказать, успехов в японском языке. Занимайтесь регулярно, занимайтесь много. Ну, в общем, или по чуть-чуть, как у вас есть время. В общем, и ваш успех не заставит вас ждать. Хотя это дело такое, на самом деле, вот прогресс очень долго встает. Занимайтесь, несмотря на то, что вы не чувствуете у себя результата, так сказать. Потому что сначала кажется, что, ну, вот, типа, нет результата, зачем мне это все, зачем, может быть, мне это забросить, может быть, еще что-то, может, зачем мне это японский. Но на самом деле, если вы делаете перерыв, потом очень грустненько. А потом, когда вы встаете, читаете текст, у вас прям думаете, да, я поймал дзен. В общем, ловите дзен. Вместе с Шатиао Япончиком. Всем пока-пока.